Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать о том, как правильно клеить самоклеющуюся пленку, что нужно делать, чтобы не было косяков при поклейке, с чего начинать, как нужно правильно держать рулон, как подрезать пленку, и покажу очень много интересных моментов. Смотрите! Самое первое, с чего мы начинаем, это правильно прикладываем пленку на поверхность, на которую будем клеить. Я коленкой придерживаю печать и откатываю аракал, при том, что подложка остается ровной. Далее я ее аккуратно срезаю ножницами или ножом. Отрывать подложку я не рекомендую, потому что остаются микрочастицы бумаги, которые видны после поклейки. Обратите внимание, что я с центра заклеиваю вверх и вниз равномерными движениями. Захватываю понемногу, по сантиметру, по два. После того, как мы аккуратно раскатали пленку, оставшийся кусок пленки сворачиваем в рулон. Очень важный момент. Рулон должен быть тугой. Обратите внимание, что я держу пленку с небольшим натяжением. При натяжении пленки не должно быть никаких складок. Пленка должна быть натянута идеально ровно. Иначе, если складки перейдут на поверхность, их очень тяжело потом разогнать. Обратите внимание, что я работаю ракелем сверху вниз и снизу вверх, аккуратно приглаживая пленку к поверхности. Я стараюсь не допускать воздушных пузырей, но если вдруг у вас они получились, не спешите расстраиваться и прокалывать их. Оставьте пузыри, они через какое-то время растянутся сами. Подрезаем где нужно, если есть такая необходимость, и обклеиваем подрезанную поверхность. В углах и местах стыка пленки с выступающими деталями поверхности нужно обязательно пригладить пленку под выступающую поверхность, чтобы пленка максимально приклеилась в нужных местах. Канцелярским ножом срезаем лишнюю пленку. Убираем остатки и повторно приклеиваем пленку. В данной ситуации углы я заворачиваю под низ, я не буду их срезать, поскольку они со временем могут отклеиваться и скручиваться. Друзья, вот такой результат получился в процессе нашей работы. Если вам было полезно мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. До новых встреч!